Hola, buenos días, damas y caballeros. Мы в Мадриде, в Испании. Тут очень много людей, поэтому не буду громко разговаривать, отвлекать гуляющих людей. Вот это Королевский дворец, там фонтан, статуэтки. Вот мы недавно сделали, залили масло в автомобиль, так как мы очень... как много километров проехали, то есть с Франции, до этого Нидерланды, Германия, вот поменяли масло, слава Аллаху, доехали, вот, потом автомастерскую хотим похвалить, парня, Андрея, вот, сотка уже говорит, нельзя снимать, жарко, похвалить парня, который нам хорошо все сделал, подарил содовую, потом покажем, рассказал, где можно поесть местное блюдо гаспачо. Вот, поели, сделали, теперь гуляем по достопримечательностям Мадрида в центре. Вот такой вид, очень жарко, 33 градуса, но скорее всего больше. Вот. Такая жара прям стоит каждый день. Так. Если кто в курсе, скажите, в Мадриде, где можно найти недорогой ночлег, либо кемпинг. Да. Колонка есть. Ну, дворец тут, да. Угу. Колонка. Мне подсказывают, что здесь есть колонка. Как и везде, да. Да, их тоже тут очень много, как и во Франции, да, кстати? Как и во Франции. Да, крайний вот раз мы в Лурде набрали воду. А, вот тут я вот, можно ноги даже пополоснуть. О, классно, такая жара. Да, в такую жару самое то. Вот так просто подставляешь. И все, резиновые тапочки. Это не реклама, но на этих резиновых тапочках разбогател один миллиардер. Просто обычный калоши взял, в дырочку порезал и все. Да. Так что вот такие вот тапочки удобные. Не то, что рекламирую покупать, но классные. Да. И такие вот колонки, как во Франции, так и в Испании, оказывается, тоже есть. Да, классно. Buenos días, damas caballeros. Да, buenos días. Да, дальше хотелось бы на пляж, конечно, но посмотрим, да? Ну, пляж. Это Барселона.